Ехали на полуостров Ролей. Нам сказали, что все, кто бывает здесь, потом обязательно девушки, которые бывают здесь, обязательно беременеют. Судя по всему, вот эти вот зарядочку делают специально для того, чтобы можно было потом забеременеть. Мужики, ну, видимо, для того, чтобы от них потом могли забеременеть. Но вот здесь хранятся фалосы. Фалосы разных размеров. Как нам объяснил гид, все, кто уже стопудово забеременел, они обязаны потом через год вернуться после того, как забеременели, и привезти сюда фалос. Здесь есть все, что угодно. Все. Thank you.